Всем привет, меня зовут Скрэчи, мы продолжаем играть в Майнкрафт, и сегодня со мной Лоня. Всем привет! И это новый крутой выпуск на канале, погнали! В общем-то, ребят, как вы помните, я обещал сделать школу пришельцев в Майнкрафте, обучать людей становиться пришельцами. И сегодня Лоня мой первый ученик, но сегодня, Лоня, ты, не знаю, ну, ты станешь самыми простенькими пришельцами, а я тебе покажу Омникикс версии пришельцев новые, ребят. Вот вам понравился предыдущий выпуск, я решил снять продолжение про Омникикс пришельцев, и, по-моему, это безумно круто, да, Лоня? Да, я вообще не знаю, куда я попала. Короче, сейчас я тебе расскажу, что такое Омникикс пришельцы, допустим. Я становлюсь человеком огнем. Вот видишь, да? Да, 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 красивый такой. Смотри, я могу летать, во-первых. И у меня есть еще одна способность, которая называется огненный выстрел. Но она такая себе, знаешь, простенькая, ничего из себя не представляет. Просто огонечек. Хорошо, и что ты хочешь этим сказать? А, еще я могу поглощать огонь. То есть я могу тушить кого угодно. Вот я тебя потушил, кстати. Вот, поджигаем тебя, а теперь я тебя тушу. Готово. Слушай, смотри на меня внимательно. Вот встань вот так вот. Смотришь? Смотрю. И бам! И я стал умником. Никикс версии человека огня. Просто посмотри, какой я стильный. По-моему, ничего не изменилось. В смысле, ничего не изменилось? Я стал более роботизированный, ты не видишь? И смотри, у меня также есть полет, который немножечко быстрее стал. И также у меня не вот эта вот огненная фиговинка, которая была, а огнемет, который выглядит вот таким вот образом. У-ху! Что это за приколы? А я так тоже хочу. Но мы сегодня тебе сделаем, короче, самый обычный Омнитрикс. Но вот Омникикс Омнитрикс мы тебе сделаем потом, когда ты вступишь наконец-то в мою школу пришельцев из Бантана. Но! Как только сейчас. Не понял. У меня время Омнитрикса не хочет за. А, все, все понятно. Так, ребят, ну что, у меня прошло время Омнитрикса, и теперь нужно подождать, пока он перезарядится. В общем-то, Лоня, для того, чтобы тебе сделать Омнитрикс, вот тебе вручаю железную кирочку. Тебе нужен, во-первых, железный блок. Но это, в принципе, изи. И также тебе нужно найти изумруд. А звезду из Незера я достану сам. О, благородно. Давай, иди. Пока Омнитрикс как раз-таки перезаряжает. Я посмотрю, может, кто-нибудь продает тут что-нибудь. Потому что, ну, Лоне тоже нужен как бы Омнитрикс. А то что она будет как лошара, да? Не поняла прикола. Ну, будет Омнитрикс, будет все, не будешь лошарой, понятно? Непонятно, ни капельки. Также, Лонь, мне сообщили, что где-то в этих домиках могут быть заначки всякие. Кстати, дайте я стану-ка человеком-алмазом на время. Потому что у него как бы есть разные инструменты. Меч, кирка, лопата, топор. Мне нужен топор для того, чтобы найти нычку. В которой будет по-любому что-то интересненькое. Лежать и опа на сундучок. И да, Лоня, все, у нас есть звезда из Незера. Ребят, это точно не постанова. Ладно, мне просто сказали, что в этом домике должна лежать звезда из Незера. Ну, я такой, ну почему бы и нет, и все. Так, Лонь, ты где вообще? Я в шахте. Ладно, я иду к тебе. Так, Лонь, ты все добыла? Конечно, редстоун есть. Да зачем редстоун? На тебе этот. Короче, делай железный блок, я вот тебе верстак сейчас сделаю. Я, в принципе, сегодня добрый, бабац. Вот. И знаешь, что я тебе могу подарок сделать? Подарок, Лонь. Вот тебе подарок. Да, вот это все для тебя. Добывай. А это тебе. Сейчас добуду. Нет, это мне. Вон, алмаз добывай. Оно не ломается. Да все ломается. Вон, ты сломала кусочек один. Видишь, еще один кто-то сломал. Ой, что-то произошло не так. Ладно, сейчас ладно. Сейчас тебя ударю. Смотри, бам, бам. И кинь туда изумрудик еще. Да. И, о, все, все. Сейчас метеорит бабахнет. Ё-моё. Ой. Вот это метеорит. На тебя расфигачило нормально. Так, вот, сзади, сзади, Лонь, куда ты побежала? Вон он лежит, Омнитрикс. Твой первый Омнитрикс в школе пришельцев. Всё. Где? Да вот, в дыртке лежит. Надевай там это, работай. Отрабатывай Омнитрикс. Хотя ладно, ты на него сама заработала, так что все нормально. Короче, ребят, мы посмотрели с вами только одного пришельца Омникикс. Ты что делаешь? Я пытаюсь Омнитрикс использовать. Так, ну смотри, Лоня, Омникикс версия пришельца — это просто модернизированная версия обычного пришельца. Но, о, ты человек огонь. Но ты, кстати, не можешь обрести Омникикс версию, потому что ты как бы это, еще такая, ну типа непрофессиональная пришельца. Ничего не поняла, сейчас я утоплю в грязь. Я не понял. Сейчас, Лоня, смотри, знаешь, что я сделаю? Так, силача мы смотрели в прошлой серии. Шлепка тоже, ядро тоже, алмаза в этой. Скаджета смотрели в прошлой серии. Вот Ред. Бабам, я становлюсь. Я тихор, саблезубый тихор. Я могу понюхать. Ага, вот она, Лоня, вот она. И также могу карабкаться. Вот таким вот образом. Сейчас, и все, я просто карабкаюсь наверх. Я жителя разбудила. Зачем ты его разбудила? И смотри, знаешь, что я сейчас сделаю? Я стану непобедимым. Вот смотри, ударь меня. Ты меня сносишь, ну мало, мало, стой. Теперь я становлюсь Омникикс версией. Офигеть, ребят. Просто посмотрите, насколько круто я выгляжу. Ударь меня. Ой, ты мне всего... Ты мне сейчас вообще ничего практически...
практически не сносишь, а я, наверное, безумно сильный стал. Вот, ребята, это одно из самых главных преимуществ Омникикс пришельцев. И также я могу нюхать и карабкаться. И что это было? Я сейчас... Лоня, я сейчас что-то сделал, что я это как-то очень быстро ускорялся, не понял. Во! Да, я тоже быстро бегаю. Не-не-не, я именно ускорялся. А ну-ка, подожди, дын-дын-дын. Не понял. А, вот, ты видела, я мог ускоряться на определенный промежуток времени. И это тоже что-то заслуги вот этого вот игра из Омникикс. У меня для тебя задание. Стань-ка ты алмаз гол... Не бейся, не бейся, я все равно сильнее, потому что я Омникикс. А, ну у тебя там время должно пройти уже скоро. Скоро ты станешь обычной Лони. Ты что сделал, Лони? Да ты выкинула сама себя. Ты родила, что ли? Иди погуляй с ними, киндеры там ей купи. Так, а почему ты до сих пор этот пришелец? Куда ты провалилась? Мне фокусы показывают цыганские. А, я понял. Так, ладно, давай я стану следующим пришельцем, и мы еще не смотрели с вами XLR 8. То есть молния. Вот так вот я выгляжу. Лони, иди сюда. Лоня, иди сюда. Да, подожди, я поднимаюсь. Лоня, иди сюда, это срочно обморочно важно. Прям 100% важно. Да где ты? А, вот. О, ты стала наконец-то обычным человеком, это безумно круто. Так, смотри, Лоня, во-первых, я, видишь, я XLR 8, то есть я молния. Я очень быстро бегаю, да? Вот такие вот. Я пробегаю, тебе больно, что ли? Да. Это очень круто. Да зачем ты опять человеком огнем стала? Да я не знаю. Ладно, тебе еще предстоит учиться в школе пришельцев, потому что еще это, ничего не понимаешь. А ну иди сюда. Давай, давай, иди сюда. А можно, пожалуйста, день? Смотри, Лоня, знаешь, что могу? У-ху! Я могу бегать по воде. Я сейчас стану Омникикс версии своего пришельца. А ну иди сюда. У меня есть, кстати, всего две способности. Это скорость 1 и скорость 2. Но как только запомни мое лицо, я стал Омникикс XLR 8. И выгляжу теперь вот таким вот образом. У меня также осталось две скорости, а именно скорость 1 и скорость 2. Но также у меня появилась новая способность, которая называется рывок. Она позволяет мне просто сверхзвуковой... Что? Сверхзвуковая скорость. Я могу... Я все разрушаю. Я настолько... Это я все рушу. Нет, это я рушу. Я сверхзвуковую скорость добавил. У меня 300 скоростей. Господи, я в стене застрял. Офигеть, ребят, вы видели просто до какой скорости я разогнался, Лонь. Я до такой скорости разогнался, что я потерялся, во-первых. А во-вторых, я пополомал там кучу-кучу всего. Я пробегал сквозь деревья, сквозь стены, сквозь блоки. Это просто офигеть было. А я мясо кушала. А ну-ка, я еще раз хочу стать вот этим вот чувачком под названием Молния. Кстати, гумангазавр. А у гумангазавра есть интересная версия. Так, я случайно им не стал. Есть, интересно, версия Омникикс. Нет, у него есть рык. У-ху! Лоня, смотри. У-ху! Так, Лоня, у тебя перезарядился Омнитрикс. Быстрее становись алмаз-головым, алмазом. Да зачем ты силачом-то стала? Да, нормально. Так, Лоня, смотри, сейчас я хочу еще немножечко поиграть за молнию. И мы вдвоем с тобой просто обязаны отфигачить Эндер-дракона. После того, как мы отфигачим Эндер-дракона, считай, ты принята в мою школу пришельцев. И я буду тебя обучать. И ты потом выберешь сторону, за кого ты хочешь сражаться, за зло или за добро. Хочешь ты себе Антитрикс или Омнитрикс, короче, скажешь мне это, и мы будем тебя обучать по новой программе. Так, когда мой Омнитрикс сядет, я хочу уже быстрее отфигачить Эндер Дракона, хочу стать прямо сейчас XLR 8, Лоня станет алмаз головым, потому что у него есть кирочки и так далее, добудет обсидианчик, и мы... Хотя стоп, мы же пришельцы, мы и так можем отправиться в Эндермир просто по одному щелчку. О, Лоня, у меня наконец-то сел Омнитрикс, и я его снял. Так, я хочу прямо сейчас стать молнией и еще раз попробовать поиграть на... Что? Я свинюшку убила! Давай ее похороним. Так, Лонь, давай быстрее алмаз головым уже становись. Я становлюсь, знаешь, кем? Все. Сейчас, я хочу молнией стать Омникикс версии и просто выйти на сверхзвуковую скорость. Как я это сделал? Я хочу еще раз выйти на сверхзвуковую скорость. Пока у меня только рывки получается делать. Лоня, как мне перевернуться на сверхзвуковую скорость? У меня больше не получается сверхзвуковая скорость. Во, я понял. Я на Shift нажал и у меня активировал сверхзвуковая скорость. Посмотри, ты видишь? Я ломаю, где бегу. Видишь, вот таким вот образом. Офигеть, куда смотрю, то ломаю. Лоня, двинься. Нифига, у меня тут еще какой-то таймер идет. Видимо, это моя скорость нынешняя. Или что это такое интереснее? А, все, закончилось. Лоня, я только сейчас понял, что я посмотрел не все способности Омникикс пришельцев. Допустим, у моего вот этого чувачка, помимо вот такого вот хлопка, есть ракетные кулаки, которые просто отфигачивают и летят. Откуда я смотрю? Вот таким вот образом. Просто посмотри, я разрушил тебя. Что это за звук? Я непобедима. Ты клавиатуру там сломала, что ли? Я непобедима. Ладно, давай, становись быстрее алмаз головым. И я хочу уже быстрее, что правильно, расфигачить Эндер дракона. Лоня! Меня тут нет. А ну-ка, я хочу посмотреть, может, огненный шар. Лоня, тут деревня это разрушается. Туши, у тебя водометы. Сейчас все поломается, туши. Oh,
меня в руке? Это ядро. Откуда? Где ты его нашла? Давай, туши пожар, блин, быстрее. Ладно, Лонь, я полетел, до свидания. Пойдем дракона убивать. Ладно, пойдем. Только я хочу посмотреть еще нескольких пришельцев и их способности, потому что здесь осталось то, что мы еще не видели с тобой. Смотри, так, сейчас время моего Омнитрикса закончится. Посмотрим еще нескольких пришельцев, а потом расфигачим с тобой и эндер-дракона. Это будет мясо. Лоня, 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 я стал Шок-Роком, точнее его Омни-Кикс-версии. И помимо обычного электрического выстрела, у меня есть электрополе, в которое, если кто-то входит, то что-то начинает происходить. Видимо, им становится... я отталкиваю, Лонь, ты где? Иди сюда. Лонь, вот я за тебя, иди сюда, я рядом. Нет, выйди из моего поля. Ладно, давай с тобой отправимся прямо сейчас убивать эндер-дракона. Просто становись ко мне куда-нибудь сюда. Готово? Погнали! Так, Лонь, смотри, кстати, одна поправочка. Для того, чтобы нам отправиться в эндер-мир, нам нужно с тобой быть одинаковыми пришельцами. Для того, чтобы захлопнуть, так сказать, вселенную, ё-моё. Но действие моего Омнитрикса скоро закончится. И я предлагаю нам с тобой стать, допустим, огненными людьми. Потому что они умеют, во-первых, летать. И они довольно-таки сильные, что очень сильно может нам помочь в определенных ситуациях. Как ты думаешь? Да, мне нравится... мой. Да нет, я им не могу стать. Я не могу стать этой маленькой букашкой. Так, Лоня, иди сюда. Лоня, ты где? Да это я тут, на сундуке. Я тебя потерял. Так, Лонь, ну смотри, я не могу стать этим чувачком, которым ты сейчас стала. У меня такого просто нет, так что нам нужно стать человеком огнем. Так что ждем прямо сейчас, пока твой Омнитрик закончится, станем человеками огнями, так сказать, и отправимся в эндермир. Так, Лоня, давай, прямо сейчас у тебя он перезарядится и становимся человеком. Человеками, огнями, огонь, fire. Understand, но I don't, я хочу стать ice. Не надо ничего, никакими ice. Давай, все, у тебя он сейчас перезарядится. Че так долго? Так, давай, вот станем куда-нибудь. Это какой по счету? Первый человек, там же написано. Так, Лонь, давай, иди сюда, становимся, становись тоже. И смотри, прямо сейчас берем огненный выстрел в руку. И давай станем в уголок, и нам просто одновременно с одной точки нужно это сделать. Лоня, что ты делаешь? Да ты что делаешь? Ты еще? Стреляю. Файрблэст. Нет, прям вниз, смотри, в уголочек со мной стань. Смотрим вниз и на счет три стреляем. Готово? Yes. Раз, два, три, стреляю. О, получилось, ты видишь, Лоня? Лоня, нам нужно как-то отсюда выбраться. Я стал Омни-Киксом. У меня есть идея, а ну отойди. Начинаем мою идею. Эндерняк не взрывается. У тебя кирка есть, я тебе давал. Давай, выкапывай нас. Я тебе ее выкинула. Ты же сказал, у тебя нет кирки. Не понял, это что тут за обманы? Давай быстрее. Копай, давай эндер-дракона с тобой расфигачим уже наконец-то. Так, все, ладно, вы вылетаем отсюда, где мой полет? А, у меня Омнитрикс сел. Спасибо, Лоня, вовремя, вовремя, да. Лети, разрушай эти кристаллы. Да, разрушай едь, давай быстрее. Да ты летать умеешь, зачем ты строишься? Так, Лоня, я становлюсь, допустим, кем бы стать? Шок-Рок, не то, молния, не то. Лонь, ты, у тебя все это закончилось. Ладно, я становлюсь супер-версией вот этого вот огненного человека. Лечу для начала сюда. Беру, допустим, ай-яй-яй, начинаю падать. Мне срочно нужны способности. Так, поглощение огня. А где у меня находится? Так, полет, огнемет. Ага, поглощение огня. Вот где поглощение огня. У меня есть огненный шар. Так что, в принципе, чисто теоретически. Не понял. Лоня! Кристаллов нет. В смысле? Это как? Здесь просто огонек на бедроке. Кристаллов нет. Не поняла прикола. Я тоже не понял. Походу, это что-то, да. Так, все, давай тогда убивать. Ну, конечно, давай. Что еще делать? Давай, дракончик, спускайся. Будем тебя фигачить. А куда он пропал? Лоня, я его ударил с одного огнемета, он улетел. А у меня титры начались. Это ты в портал упала, наверное. А как, он же был не активирован. Но я что-то стрельнул в него огнеметом, и дракон пропал, и портал активировался. Как-то это резко все произошло. Я не понял, что произошло. Так, Лонь, ну могу я тебя поздравить с тем, что теперь ты официально обучаешься в моей школе пришельцев. И ладно, ребят. А можно я в Хогвартс лучше? И ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк и подпишитесь на наши с Лоней каналы. Ну а с вами была Лони и Скретч. Всем удачи и всем пока!